95% наши жилые дома готовы. Проведена промывка системы отопления, гидравлические испытания. Остаются нерешенными вопросы по 5 управляющим компаниям. Я их назову. Управляющая компания «Теремок», управление многоквартирными домами, общество с ограниченной ответственностью, ООО «Гарант-сервис», ООО «Управляющая компания «Стандарт» и управляющая компания «Северная». Вот по этим управляющим компаниям степень готовности от 46% до 75%. Вопрос под очень жестким контролем. Рекомендую нашим управляющим компаниям не дожидаться предписаний прокуратуры и обращений жителей в жилищную инспекцию. В течение этой недели завершить необходимые регламентные работы и подготовить дома